Двукратный чемпион мира Швейцарии Стефан Ламбьеле поставит короткую программу Михаилу Калиде. Первый тренировочный лагерь я проведу в Швейцарии, где буду работать с Абиелем. Стефан поставит мне новую короткую программу. Музыку мы пока еще ищем. Сейчас у нас есть несколько разных идей, рассказал Калида. Также Калида поделился ожиданием от тренировок США под руководством Рафаэля Арутюняна. Действующий чемпионат мира Нейтан Чена тренируется в его группе, так что мне будет очень интересно позаниматься с таким спарринг-партнером. Возможно, я выучу какие-нибудь нюансы, о которых еще не знаю. Никто не может знать все на свете. Я уеду в США, чтобы обменяться опытом, чтобы подметить там что-нибудь, узнать что-то новое. Калифорния – другой край света. Надеюсь, что мне там понравится. Там есть океан, солнце, и люди живут совершенно по-другому, рассказал Калида. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока-пока!